А теперь информация для водителей, которые отправляются в дорогу в западном направлении края. 22 сентября в воскресенье на федеральной трассе М-53 Байкал ограничат движение. Это связано с перевозкой крупногабаритного груза для Ачинского НПЗ. Движение колонны начнется в 8 утра от села Творогово. На гигантской платформе будут перевозить реактор. Поэтому на некоторых участках двигаться машины будут по встречной полосе. Водителям следует быть внимательным и следовать дорожным знакам.